Там что-то опять оправдает. Смотрите, она еще 13 дней назад выпуск ЧБД с собой. Или мы это смотрели? Мы это не смотрели, блядь. А ну, ребят, сейчас, блядь. Смотрю первый выпуск ЧБД с... А, мы это смотрели, а почему 13 дней назад? Смотрите, блядь, я что-то туплю. 13 дней назад, это же было не 13 дней назад. Это же было раньше. Мы месяца полтора, да, назад эту хуйню смотрели? Перезалило, может быть? Ну да, блядь. Если вы спросите меня, готова ли я? No! No, but... С нарушенными волосами. Да? Ну, игроков слабо... Она вставила интеграцию в перезалив? Кто-то смог сделать. Одного похвалила, второго! Вот как хотят. А я начинаю думать о том, что сказать. Вот я говорю, это знаете, как после Дудя? Вот произошел слом, и я думаю... Бля, вы поняли? Бля, меня глючит, короче, либо схема такая. Она удалила прошлое свои оправдания, сняла новые. По этой же теме она сняла новые оправдания и сняла туда это... Я что-то... Поехали заново! Чё за хуйня, блядь? Это чё за хуйня? Она два раза на ЧБД была? На протяжении всего видео мое лицо блестит, как масленичный блин. О, всех с масленицей! А местами на носу будет помада. Этому нет объяснения. Блять, а что еще у тебя? Волосок торчит, ну, бля. Все видео запороло, я того все ебал, круто. Ну что, братва, всем привет, с вами Настюшка Опасность, а.к.а. Настюшка Доброта. И здорово. Это тот формат, про который вы говорите. У тебя лицо блестит. Что он вам понравился. Она сама предупредила. Поставили лайк, подписались на канал и сказали more, Настюха. More. More. Что в переводе значит больше такого. Соответственно, я поскребла по сусекам. И Немножечко образования. Поняла, что кринжовых интервью у меня навалом. Поэтому сегодня я буду смотреть ЧБД. Бой, первый выпуск. Честно говоря, я его не смотрела, потому что это был такой великосветский кринж, хейт, что мне просто не хотелось смотреть на это со стороны. Я только там кринж и хейт. Не знаю, правильно ли я там себя вела или неправильно. Возможно, я сейчас посмотрю и скажу, вы чё, я нормально там выгляжу. А может быть, попрошу прощения у всей страны. Конечно же, такое тоже может быть. У тебя лицо блестит. Соответственно, давайте же вместе... Ах, посмотрим это чудо-творение. Мне кажется, что у меня петличка трется об волосы, да? Да это хуйня, не петличка. Вот у меня петличка, блядь. Мне просто в лом за ней идти. Вот это да, блядь. Да у тебя хуйня какая-то. Джавид. Да, Настя, да. Мор, Настя, мор. Короче, братва, вот с таким вот новогодним настроением, как могла, так и воссоздала. Давайте врываться в... Ну да, уже Новый год, хуй знает когда, блядь, 30 лет назад был, до сих пор, блядь, сидят, свои гирлянды показывают, блядь. Осмотр ЧБД со мной, который вышел... назад. Amazing, хотите сказать, amazing. За год моя жизнь так поменялась, господи, верните. Бля, что реально у нее с качеством видео, или это я такое поставил? Она кому-то на телефон эту хуйню снимала, я серьезно говорю. Жесть, трэш, я была замужем, ну, у меня были короткие волосы, и я... Бля, это какая жесть. Была амбициозной, уверенной в себе сукой. Что ж, ничего не поменялось. Давайте начнем с того, винишко, что... Винишко не забыла, да, хряпнуть, бля. Я буду понятно. Честна, как и все же, как и всегда. И прежде чем мы начнем, друзья, коллеги, товарищи, братья, сестры, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте вы лайк этому видео, уведомление, колокольчик. Попроси нас как девочек, типа, ну, Зайка, ну, подпишись, бля, это вот все нужно и важно, нужна ваша обратная. Вы шапки вместе покупали, да, но если я хотел признаться, мы женаты с Ивлеевой уже... 3 года. Связь для того, чтобы я понимала, что все это не бессмысленно, и мы можем двигаться дальше, понимаете? Вот вместе и нащупываем форматы. Окей, let's go. Первый я была, да? Угу, ура. Расскажи, Настюха, расскажи лучше, как Джарахова наебала, блядь. Если вы спросите меня, готова ли я... Вы думаете, откуда я про Ростуризм знаю? Так Настюха мне сама и рассказала, как Эльдар наебала. Что было дальше?
я уже не могу это смотреть, потому что когда я смотрела интервью про 15 сантиметров, как будто бы я могла себя оценивать. А сейчас I don't understand. Ну, типа, вы же понимаете, что я там защищалась, а защитная реакция у всех разная, у каждого своя. И я не знаю, типа... Да просто не вывезла. Ну, вот честно скажи, не вывезла, да, просто? Свою защитную реакцию. Ну, ладно, как-то попробуем. Так, ну... Я сразу могу сказать, что я вышла очень неуверенно, и минус мой был в том, что я не расслабилась. То есть я не дала себе задачу... Так там... если расслабишься, обсикаешься же, поэтому, ну... О, что, окей, Настюха, ты выходишь, просто принимаешь ситуацию, как она есть, полный расслабляешься булщит. И плывешь по течению. Я же вышла и такая... Гоу, драться! Иди сюда, иди сюда! Пиздец, что за жопа у тебя была? Приятно, потому что карантин делал такое, я набрала... А что со звуком, блядь? ...была 3 килограмма и... Добро пожаловать в клуб! Еще до карантина! Бля, звук потрясающий, вообще кайфую, пиздец. На самом деле, я очень рада вас всех видеть, конечно, как и вы меня. Кто... Все же на меня подписываются. Ура! Мы в агент-шоу! Вообще, конечно, сразу прослеживается, что я попыталась наладить контакт с ребятами, я вообще не знала, как с ними общаться, я такая, типа... Привет, я похудела. Бля, вот это контакт наладила. Я похудела. Да, я вас всех рада видеть. И на дурацкие шутки по типу «Поехали после ЧБД, я скину с тебя 3 килограмма». Я такая, да, конечно, поехали после шоу. Ну, то есть, как бы, я не знала, как реагировать и хотела, типа, по-доброму... А потолстела, она сказала. Ну, все равно хорошо, прям, ну, в компанию хорошо. Я вот тоже, когда мне незнакомая компания, да, вот вообще их не знаю, прихожу, я такой, всем привет, ребят, меня зовут Данила, очень приятно. Я потолстел, блядь, все такие, ебать, он к себе располагает сразу же. Ну, это реально такая, ну, такая тактика, короче, есть такая движуха. Она была доброй. Учительница. Я учительница твоей мечты? Да, да, рассказывай. Блин, ну мне понравилось, что, в принципе, с этого момента с Щербаковым установилась какая-то интересная связь. Бля, мне так как понравилось, пиздец. Наверное, знаю только я и я. Но, but... But! Я уверена... Вот-вот-вот, о чем я, помните, недавно я говорил, что такое райсап? Ненавижу райсапы, это когда человек выучит... Все, я шапку снимаю, не могу, мне колет всю голову, блядь, колет нахуй. Это когда человек, короче... Выучивает английский язык на уровне А+, блядь, да? Я не знаю, какой это уровень, ну, короче, я просто так с головы взял. Вот, выучивает язык и начинает вот с такой интонацией разговаривать, типа, ну, ваш русский язык, это для меня второй язык, уж, вы уж, простите. Вот это, сука, ненавижу райсапы, просто пиздец, блядь. А что, Щербак? Нормально все, блядь. Паков, который смотрит это видео, передаю тебе огромный пламенный привет. Если бы ты не был женат, ты 100% бы, конечно, начал за мной ухаживать. Мне сказали спасибо. Я хотела тебе сказать more, Настя, more. За контент с заборами. Это очень круто. Блин, вот я еще тут пытаюсь как-то все настроить на добрую волну, потому что я не знаю, как с ними общаться. Во-первых, ну они да, хейт-шоу, блядь, где приходишь, тебя хейтят, блядь. Доебываются до слов каких-то, знаете, чуть-чуть что оговорился... Сразу Нурсултан приебался, там Тамби приебался. Да-да-да, я пришла с ними налаживать контакт. Хорошая идея, кстати. 3 минуты шутят на тему секса и о том, как бы они меня бы... Супер, ребята, пошутить как бы есть над чем. А я еще не понимаю, такая типа, ой... Да, я же вообще не знала, куда иду. Что это за шоу, блядь, что там нахуй? Я думала, это интервью, что у меня 5 человек будут хуярить вот эти комиков, интервью брать. Я же предыдущие выпуски не видела никогда, да? Я же даже не знала, а что они шутят надо мной, я того все ебал. Ты классный круто. Контент делаешь на YouTube, перелезаешь заборы, молодец. Но через 5 минут я пойму, что это нахер никому не интересно. Вообще. Ну что, дорогие друзья, как давно я не гуляла по Арбату с такими-то губищами, с такими-то волосищами. Вон там идет Джерома, Джерома! Last Christmas, give me my heart! Бля, этот чел меня вообще бесит, кстати. 1.25, согл. Мне этот чел бесит. Я даже не знаю, кто он, но, блядь, он везде нахуй. Ну что, каково это быть победителем? Это невероятное ощущение, потрясающее чувство. Ой, блядь. Ура, пошли забирать твой выигрыш. Go. Let's go. Понятно, блядь. Пришла забрать свой выигрыш. Я видел то, что твой ты защищает такой рот. Пиздец! Заслужили все. Ой, блядь.
депутатов мира. День. Пиздец, реклама больше, чем сам ролик. Я того все ебал. Очень уютный. Пиздец, да, просто? Тима, я же кресло. Меня пердели. Если бы у меня было бы все плохо. А я отвечал. Я бы хотела с тобой... Попердеть? Нет, это потом. Слушайте, ну я могу сказать, что я, конечно, очень нервничаю и переживаю. И ту атмосферу, которая происходит внутри, ее, конечно, не передать. Я смотрела некоторые выпуски там с Настюхой Волочковой, там еще с какими-то ребятами. Они как-то супер существуют. Вот они как раз-таки расслаблены и ведут себя вот как хотят. А я начинаю думать о том, что сказать. Вот я говорю, это знаете, как после Дудя. Вот произошел слом, и я думаю, блин, все за то, что ты говоришь, тебе может прилететь. И видно, что я не в своей тарелке. То есть мне не нравится, что здесь происходит. Это, напомни, это то интервью, где ты сидел такая. Мне знаешь, что бесит Юра? Он такой, что? Когда блогеры вот эти все... отребья, да, вот эти блогеры ведут себя так, как будто бы они чего-то достигли. Он такой, а ты так себя ведешь? Нет. Вот это вот попса для меня, вот эта вся тусовка, вот эта поп-тусовка, вот эта селебрити, это же такая хуйня, типа. А Юра ей такой, ну ты не боишься стать частью вот этой тусовки? Она такая, никогда ей не стану. Через год стала ей, да? И говорит, а что до меня доебываются все, блядь? Ты, блядь, ну ты говоришь одно, делаешь другое, наверное, из-за этого доебываются, вряд ли. Ну, я вот давал интервью, да, где я много даже хуйни наговорил, ненужной вся хуйня, до меня не доебываются, блядь. Да вроде не доебываются до сих пор, блядь, уже много лет прошло, никто даже вопрос не осталось. Может, ну, странно, короче, Настя, да, ну, поддержим. Просто я вахую. Понятно. Конечно, естественно. Давай, подними нам чай. Ну так отдоби, ну-ка тоже покажи свое. Я не знаю вообще, что мной руководило. Во-первых, я тогда была супер тощая, но я как-то пыталась их провоцировать, потому что я поняла, что вначале они все шутили. Бля, как ты их спровоцировал? Они, наверное, все вообще шишка загорелась. На тему секса, вот всяких таких типа штучек. И я думаю, ну окей, давайте поиграем в эту историю. И там, когда я брала воду, чтобы попить, я наклонялась, специально выгибала как-то спину, демонстрировала свою задницу. В общем, короче, начала играть на этом поле. Так она что рассчитывал? Просто не особо понял. Дачный или нет, другой вопрос. Но я женщина, там типа хитова туча мужиков, все шутят на тему секса, я растеряна. I don't know what I do, what I can do, but надо что-то делать. А переведи, я нихуя не понял, блин. Поэтому я решила практически... Ну, I don't know, я понял, блин. Кислать раком и попить Байкал. Даже не буду запикивать Байкал, реально пиздатая вода. Хорошая вода, согласен. Я сам в зале пью Байкал, вообще люблю. Конечно, в целом, то, что происходит, это полный хаос и вакханалия, не знаю. Дип хаус или какой? Тэч хаус? Наверное, популярность этого шоу в том, что как раз-таки приходят типичные, ну, так сказать, артисты, звезды, да, которых никогда не увидишь в такой ситуации, когда их кто-то просто фтосит, унижает, раскладывает и так далее. Кто-то, конечно, выдерживает этот бой, кто-то нет, но, наверное, в этом и есть как бы хайп этого шоу. Вот напишите вы в комментариях, как вы думаете, в чем популярность данного шоу? Но я до момента прихода на ЧБД его не смотрела, ну, так, может быть, кусками. Вот я нахуя пошла, блядь, я даже не знаю, куда я... Блядь, да вот опять вот эта хуйня, чушь, блядь, ну это ж пиздёж. Ну, Настя, блядь, при всем уважении, ну это ж пиздёж, блядь. Ну как ты не знала, куда ты идешь? Так вы все идете туда, где тебе говорят, вот популярное шоу, вся хуйня. Вы же все туда за просмотрами идете, блядь, за активчиками, за упоминаниями, блядь. Да и вы прекрасно знаете, куда идете. С тобой, и мне, ну, как бы неинтересно, честно. Я жду каких-то моментов, за которые можно будет пояснить. Но в целом мне прям, ну, типа, неинтересно. Я понимаю, что чувакам на протяжении 2 часов нужно, типа, что-то из себя выжимать. Да. Ну, типа, юморить и прям выжимать. Она сказала, что с Волочковой смотрела. Ну, она, может быть, имеет в виду, что в тот момент не смотрел. Ну, хуй знает. Выдавливайте. Конечно, она смотрела 100%. Себя этот юмор. Что за теннис взглядов? А. Теннис взглядов. А я думал, мне уже встал, блин. Боже. А ты у моей тети покупала маечку? Да, реально, все шутки вокруг секса. Блядь. Я просто понимаю. Ну да, вот про маечку особенно. Вот сейчас 5-я минута, все вокруг секса. Звуки на минимум, чтобы не лежать. Блять, все, это ужасно. Я понимаю, почему люди это захейтили. Это настолько все ужасно, и мои попытки как-то, короче, спасти ситуацию, мои шутки, все, все реально на тему секса и такого очень... Короче, ублюдского. Шутки ублюдские, и все, в общем, очень некрасиво. И я пытаюсь как-то вылезти из этой ямы, но еще глубже туда-сюда. Туда-сюда! А, туда себя закапываю. Йоу! Ну вот ты сейчас, ну не обижайся, конечно, Настюш, ты сейчас, по-моему, себя больше закапываешь. Ну это реально, ну, блядь, вообще тупо, короче, приходить на шоу ради, очевидно, просмотров, да, типа упоминания там, ну, потому что шоу реально же популярное. А потом спустя
ну, не знаю, там, 2 года сидеть такая. Короче, это все хуйня была, да не смешно, блядь, да меня там оскорбляли. Так а нахуй ты приперлась туда, пиздец, нахуй, дорогуша. Ну, конечно, дай боже, блядь. Беспробудно. Вот так. Это, мне кажется, самый кринж, что ты, типа, спустя время сидишь и говоришь, ну, на самом деле была хуйня, не хуйня, блядь, разъебываешься в ролике. Да, страшно. Да, история, да. Поехали. Когда я только начинала путешествовать с проектом «Орел и Решка», и один из городов, в которых мы снимали, был Берлин. Город Берлин, славный город Берлин. И в этой командировке у нас был новый линейный продюсер. Линейный продюсер, попридержи коней, малыш, это человек, который сращивает все локации до приезда съемочной группы. Я тебе не рассказывал, прости. Короче, прикол в чем? Прикол в том, что я реально пытаюсь рассказать историю. Прям уверен. Как любой. В том, что 4 чувака сидят и слушают то, что я говорю, что им это интересно. Я уверена, что половина просто мимо ушей все пролетает, цепляются за какие-то фразы, накидывают на них шутки, и я как бы на полном серьезе пытаюсь продолжить этот рассказ. Короче, мне надо было просто бухнуть, наверное, я не знаю. Бля, на пиздец, да? Ну, реально же суть в том, что, ну, вот как весь юмор построен на том, что гость пытается что-то рассказать, а Щербаков, типа, постоянно перебивает, она говорит, ну, я, прикол в том, что, типа, я реально хотел рассказать, ну, блядь, так в этом же и прикол. Так, на 9:43 она снова пытается быть сексуальной, потому что не понимает уже, что делать с обстоятельствами, чем брать, о чем говорить с гайзами, и поэтому она снова лезет за водой или за чем-то, сверкая своей тощей, острой жопой. Мне скучно это смотреть. А сиську покажи одну. Да? Блин, ну вот некоторые шуточки, типа, а сиську покажи одну. Вот я не знаю, чем это спровоцировано, как-то можно по-разному шутить, но это, знаете, уже такой совсем юмор в лоб, и такой вот прям выстрелит или нет, покажи сиську. Ну, типа, кто должен рассмеяться над этим? Ну, мне пиздец смешно. Когда, может быть, это суперуместно или в моменте как-то вау, хайп, да, но когда никто, абсолютно никто, и чел такой, покажи сиську, и все такие... Смотри на хуй тень. Не мой. Вот, все смеются у меня в чате. Это, оу, не мой, это юмор. Как оказалось. И нам... Ну, Ивлеева, немножко вот я тебе объясню. Ты просто так преподаешь эту шутку, типа... Не, я тебе объясню, просто дело в неожиданности, знаешь. Юмор — это не только словесная движуха. Есть ситуативная такая, знаешь. Я не знаю, что я тебе объясняю, блин. Ну вот смотри, да, вот я и подушню немножко, чтобы объяснила, блядь, чтобы поняла нахуй. Но есть такая движуха, как ситуативный, знаешь, юмор, ну, грубо говоря, типа, в этой обстановке вот классно сказать какую-нибудь чушь, ну, когда, ну, допустим, все настроены очень серьезно, и ты в этот момент такой... Какашка! И все такие смеются не от слова какашка, а потому что сейчас очень серьезная атмосфера, да, все очень серьезно настроены, а ты такой несерьезный. Вот вся... обращайся, блядь, сердце, обращайся. Ну да, ну, и легкие, да. И член. У меня только объяснил, яйца, объяснил. У него член. У меня только хорошо, яйца. Хорошо, что она точно смотрит стрим, конечно, смотрит, блядь. У него член. Ура. А чтобы вы понимали, я никогда не смотрела порнуху. Я терпеть не могу порнографию. И не участвовала. Клянусь. Кстати, этот факт рабочий до сих пор. Я не смотрела порнографию. Я смотрела, знаете, когда я была в детстве, вот эти всякие на РЕН-ТВ эротические какие-то фильмы. Самая мерзкая вещь на свете на РЕН-ТВ — эротика. Вот эта «Русская ночь», бля, ужасно. Это... Я помню, я сидел, ждал. Один раз в жизни я смотрел эту хуйню. Нет, 2 раза. Ну, просто когда попадалось, не считая случайно. А так, я помню, сидел, ждал, блядь, пиздюком. Я когда начал смотреть, я охуел, насколько это отвратительное порно. Ну, это не порно, это эротика считается. Какая она, блядь, отвратительная. Просто там отвратительно все, нахуй. Ну, я не буду уж подробности говорить, чтобы вам мерзко не было, но это мега хуёвейшее порно. Программы, ну, это прям было не порно, но какая-то такая эротика. Да. Вот такое я помню, и то я частично что-то видел, и такая сестрой, что они делают, как это может быть? Я не знаю, почему. Может быть, это какое-то упущение, может, это грех, может, это комплекс, может, это вообще просто отсутствие комплекс. Какой-то человечности во мне. Бэд! Я никогда не смотрела порнуху вот так, чтобы включить от начала до конца. Без... Да кто смотрит от начала? Да никто не смотрит, блядь. Я натыкалась на какие-то кусочки, но мне прям, блядь, неловко. Не, ну есть, которые прям интересны от начала, так, но в основном... Ну, то есть, как бы мне неловко смотреть на то, как занимаются сфинксом другие люди. Что со мной не так? Ну, Настя, есть очень много направлений, я тебе так скажу. Для всех найдется, я тебе серьезно говорю. Есть от первого лица женщины прям есть. И тебе не будет ощущения, что ты сможешь как-то въебаться. Вторая реклама, блядь! Ебать! Ебать, блядь, реклама. Я того все ебал. Я говорю, Рома, все, беги быстрее. И, короче, реально, у меня только одна цель. Рассказать свою историю, как будто бы она кому-то интересна. И это настолько душно и скучно, что, честно говоря, я уже просто сама сижу, зеваю и думаю...
Я придумала снимать обзор на этот ЧБД. Туса! Не знаю, ты второй раз уже снимаешь. Потянулся Туса! А они же подходят мне. Вот встань, я просто покажу. Да, я встану. Не-н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 е. Я типа словила общий вайб, типа йоу-йоу, в компании есть чувак, с которым у меня случился мэтч, и я продолжаю двигаться в том же направлении. Не-н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 е. Ты к тому, что он кавказец, да? Ты его изображаешь, типа, что он кавказец, я понял. Это мне не помогло. Заебись, тут все трахаются. Настя, давай. Общий вайб пародировать. Не, вот смотрите, как поймать общий вайб с человеком, который вот, ну, там, кавказец, да? Просто пародировать его акцент. Вот это вайб, пиздец, круто, блин. Походочку. Прям, ну, люди к тебе расположены будут особенно. Вот ты с кавказцем разговариваешь, он тебе говорит, да, с акцентом, ты ему «не-не-не». Я хотел, не хотел. Бля, сразу расположение у человека идет. Знаешь, он такой, бля, нихуя ты ко мне как хорошо относишься. Бля, спасибо тебе, ну реально. Я вам серьезно говорю, это матч будет сразу. Сделай, типа ты идешь вокруг этих людей. Если попадете в компанию кавказцев, сразу начинайте подражать, ну, их акценту. Это пиздец матч будет. На самом деле история реально интересная. Вот если ее рассказывать в кругу друзей, это прям трэш, хайп и лютый контент, потому что, ну, типа мы реально попали в... Это вайб, матч, but... В Берлине, где просто все занимаются сексом, играет музыка, и люди туда приходят для того, чтобы, собственно, совокупляться различными способами. И когда ты видишь это вживую, и, типа, тебе нужно снимать об этом сюжет, а твой коллега просто наебывается и бухой не может ничего срастить, ни интервью, ни, не знаю, ни какие-то встречи, коммуникации и так далее, как бы это довольно смешно. Что там, я уже на тросах вешу. Нет, шутка. Очень смешно. Настя. Супер. Выплывает Роман, подходит к ним, и вот что было дальше, да. Окей. Что было дальше? Господи, неужели мы дошли до этого момента? Что было дальше? В общем, он обращается к ней, и в этот момент мужчина пугается, который там работал. Трудился. Прокусывает ее, и женщина сдувается. Смешно. Что такое, да? Бля, ну если бы Нурлан не изобразил, я бы не понял нихуя. Хорошо, что он... Вот это изобразил, пиздец, смешно. Кривляка, кривляка. И в итоге такой пацану этого похорит, слушай, можем тоже кусочек, дайте жадине, и убирает его. А вот это самое не смешное, чем ну вообще. Ну все, Настя, давай, иди, я тут еще часик побуду. Сейчас вот. Договорюсь, Настя. Короче, я сделала только что фотографию. А. Он сейчас кунилейный продюсер. Вот. Да, она реально с телефона снимает. Кунилейный продюсер. Это супер. Я запомню. Лайк и репост. Следующий мой блог будет посвящен кунилингусу. Ура. Подходит Рома к ним. Посмотрим, посмотрим. У меня есть... А, нет, у меня с минетом есть этот самый книжечка где-то лежит. Ого. А, там же камера. Это Ром. Я надеюсь, это не часть ее. Сейчас кто-то оттуда выпрыгнет. Как потом. Думаете, что здесь приз. Может быть? Приз, я беру. Давайте приз. Три варианта. По одному приз. Варианту. Я думаю... Ребят, как думаете, что там может быть? Это... Резинку! Резинка, да. И завязывает этому пацану волосы. Блин. Короче, братва, на самом деле история была просто потрясающей, безумно. Бля, охуительная, мне прям дух захватил. Она интересная, и в жизни столкнуться с таким, это реальный хайп, трэш и, короче, воспоминания на всю жизнь. Потому что в моменте это было очень весело, особенно если ты, типа, попадаешь в такой замес с лучшими друзьями. Особенно если пролетел который день, я не заметил, да? Вот выпуск полная хуйня, я понимаю, что мы на разных волнах, я не осуждаю ни пацанов, и себя, наверное, тоже не буду осуждать. Короче, ребят, напишите в комментариях ваше мнение, что вам конкретно не понравилось в моем поведении. Подписывайтесь на канал, смотрите Агент Шоу 3.0 и пишите в комментариях, как вам выпуск и чего убавить, чего добавить. Я вас слышу, я вас слушаю, я вас читаю. И together мы делаем... Together! Мы вместе классный контент. Ну если, смотри, вот, а контент вот ты делаешь, а какой фабрик? Дизайн у контента какой фабрик? Если вот девушка может надеть сьют, да, джакет, да, на работу, то... Так, пока не села камера, сейчас покажу, как у меня происходит съемочный процесс. Давай, блядь, вот это у меня свет. Это у меня штатив. Подушечка, на которой я сидела. Подушечка. Ну, Джерлян, да, вы помните? Да, вот такой вот, как будто я просто в Таджикистане, в Узбекистане сделала себе такой спот блогерский. Здесь у меня была лайф-панелька, которая села к собачьим. Реально, блядь. Просто светила фонариком от телефона. А подставкой для камеры была книга Энди Уорхола. Это Universal. Это прям... Это прям... Супер. Блядь, какая хуйня, боже. Ну, человека вообще, да, отсутствует полностью самоирония, вообще полностью. Не, за это я и люблю Настю Ивлееву, реально. У человека реально нет вообще никакой самоиронии, абсолютно. Даже вот на шоу приходит, блядь, она реально... Блядь, да сука, что у меня с челкой? Реально не выкупает нихуя вообще, даже спустя время, да, нихуя не выкупила. Блядь, сейчас шапку обратно надену, пиздец, позорище.
Бля, что у меня на голове? Ну это из-за шапки. А, ну ладно, вот так пойдет. Пиздец, позор, блядь.